А тогда вот с вашей точки зрения, что самое обидное было в вашей карьере? Пенальти, когда тбилисское «Динамо» с московским «Динамо» играли? Или что-то было посерьезнее? Нет, вы знаете, так сложно что-то придумать, вспомнить сейчас, потому что я провел блестящую карьеру. Единственное, что мне сожалею, что мне не удалось сыграть на чемпионате мира в составе сборной. Но тогда вроде бы и были возможности, но подход к комплектованию, формированию национальной сборной был совсем другой. Вот. А я другую версию слышал. Да. Я слышал, что Газаев не командный игрок, что он такой вот одиночка, такой индивидуалист. Вот а вы знаете, про себя, я вам скажу, и очень хорошо, что такое. Я очень всегда придерживался того, чтобы, так сказать, в команде были индивидуально сильные игроки. А вот в командные действия их всегда легко, значит, ну и внедрить, и комплектование, так сказать, строение командных действий, безусловно, так сказать, они всегда могут спокойно, так сказать, научить их индивидуально сильного общения, значит, или индивидуально сильного оснащения, технического оснащения, это уже сложнее. Вот, поэтому, ну, вы знаете, так сказать, было, почему вот вы мне задаете вопрос, дело в том, что все-таки комплектование было, вот с учетом, наверное, и политики, которая была тогда в стране, все-таки все, коллектив, значит, вот. Не высовываться. Да, не да, высовываться. Ну, да, что вот если ты вдруг индивидуально какое-то, так сказать, или мнение у тебя какое-то, не должно быть у тебя своего мнения, понимаете? Ты не должен против системы идти. Значит, против системы никто не шел, но у каждого был свой взгляд. Вот. Поэтому здесь я могу сказать, что, конечно, это тоже накладывало и на комплектование национальной сборной. Все-таки придерживались такого коллективного, значит, действия. И вот, допустим, тренеры, не буду называть национальная сборная, я, упаси Боже, никогда не скажу, они абсолютно правильно делали, как считали нужным. Вот, значит, но говорили о том, что, так сказать, он не входит в концепцию нашей тактической Лобановский? Схемы. Ну, кто это говорил, значит, и приглашали Лобановского, я играл в сборную, приглашал, и Бескова приглашал, и начал я вообще свою карьеру в сборной Никита Павловича Симоняном в 78 году, вот, и в первом же матче сломал ключицу, вот, но в целом, я считаю, что все-таки мы сегодня видим, значит, красота и ценность футбола, конечно, в индивидуальных качествах футболистов, а потом коллективные действия, это легко, так сказать, внедрить их, легко, так сказать, комплектовать, то есть уже это задача тренера, взять сильного индивидуального игрока, значит, и его встроить в систему коллективных действий. Вот тогда, значит, и получается сильная команда.